Несмотря на многочисленные жалобы жителей многоэтажек о неимоверной духоте и жаре в квартирах, горожан, которые против преждевременного отключения тепла, оказалось больше. Об этом говорили сегодня на встрече с домкомами и уличкомами Имбикшинского района чиновники. Кроме того, на заседании также были рассмотрены вопросы о качестве подаваемого тепла абонентам. Ежегодно, то есть Советский Союз, при Союзе, всегда погодные условия действовало. То есть ТОшники всегда коэффициенты снимали за оплату. А в данный момент что делают? Полный 100% оплату приносит. Как это можно понять? Еще говорим спасибо. В ходе встречи домкомов Имбикшинского района и заместителя акима города Бисимбека Жамбусынова были рассмотрены вопросы, касающиеся установки счетчиков тепла, санитарной очистки города, весенней очистки ирригационной системы и каналов города. Зам акима города призвал представителей сильнейшего пола в эту субботу вооружиться вениками, граблями, лопатами и выйти на уборку городских улиц в преддверии Международного женского дня. Кроме того, Жамбусынов отметил, что преждевременного отключения отопления не будет. С 10 по 20 марта в Шымкенте ожидается похолодание, и потому в администрации было принято решение не отключать отопление раньше положенного срока. В продолжении встречи с населением были рассмотрены ряд и других вопросов, интересующие жителей областного центра. На них отвечал заместитель акима Имбикшинского района. Бахром Абдуллаев, Амантай Ольбек, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».